Мы провели достаточно много экспериментов над человеком и превратили его вот в это вот самое существо. Волка, бабочка, скорпиона, короче говоря. И сегодня мы проведем еще больше экспериментов и узнаем, во что же можно будет превратить нашего человека дальше. В игрушке под названием Mutant Battle с вами, как обычно, Кристалл, и мы продолжаем. Тем временем, сегодня мы остановились на 30-м стейдже, пойдем дальше и посмотрим, с кем мы будем драться. Шаркмен! Но нам нужно использовать в основном одну самую важную атаку, которая может нанести огромный урон. Она меня только интересует. Это у нас вот эти вот коготки. Только, правда, меня так этот чувак лупит, что я даже ничего сделать не могу. В смысле? Они все нормально. Окей, мы его вынесли. И когда у нас будет следующий уровень, мы сами откроем новую какую-то детальку для себя. И, ребята, я надеюсь, что вы поддержите лайками прохождение данной игрушки. Если хотите полное прохождение, давайте наберем более 1000 лайков. И тогда можно будет продолжить. Так что лайк поставь. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Так, и у нас следующий уровень открылся, значит, новый синтез у нас также готов. Ух ты, это что-то будет от акулы новое. Новый хвост, что ли? Так, позволяет увеличить мне уворот. Окей, допустим, давайте посмотрим. А, это вроде бы... А, нет, это рога у нас новые. Слушайте, а рогов-то у нас не было, прикольно. Это от акулы, у акулы есть рога, серьезно. Ну ладно, допустим, надо посмотреть, какие способности может она для нас открыть. А, вот он, Шаркмен. И просто, получается, у нас поднялся уворот, и теперь мы так, с такими рожками с вами будем сражаться. Ну, допустим, ладно. А, так, ух ты. Как он сильно лупит, на самом деле, меня. Так, нам нужно тоже атаковать его как можно быстрее. И все, мы его вынесли. Так, и теперь мы должны будем с вами набить следующий левел. Так, и пришло время нового синтеза. Какой же он будет в этот раз? От кого это нам досталось? Это от Борова у нас открылась новая голова. Плюс 400 хп даст. Вопрос именно какой способности у нас. Какая у нас будет способность? У меня вот вопрос такой. В принципе, я могу уже практически полностью Борова собрать. Но, кстати, выглядит с головой Борова и такие вот рожки даже, в принципе, забавно. Мне нравится, как выглядит. Вот крылья хочу. Вот такие вот. Капец, как хочу себе такие крылья найти. Мутант-паук это у нас. Получается, ну допустим, ладно. Так, надо его скорее фигануть мощной способностью, иначе он меня так завалит. Поэтому эта способность по-любому нам нужна. Хоть и по-другому тоже будем сражаться. Со временем враги обретают большее количество хп. От этой штуки они будут неуязвимы. Ну, то есть она их не будет так быстро убивать. И опять же пришло время нового синтеза. Буду стараться как можно быстрее показывать новые мутации, потому что я думаю, что вам это интересно узнать, что же будет открыто следующим. Рыба вместо меча. Слушайте, ну атака 80 неплохо. Выглядит, конечно, странно. Мне трезубец больше нравился. Но можно, конечно, попробовать посражаться и затестить его. Так, с Боров с фатальной рыбой. В рыбу-убийца. Ого, какая способность. Как она долго перезаряжается. Играет, по-моему, эта способность как раз-таки оглушает. Давайте попробуем ей воспользоваться. Посмотрим. Урон очень даже качественный. Пока в нас не кидают такой же способностью, которая вот это кровотечение дает, то, в принципе, все нормально. Да, слушайте, стан дает. Еще можно урон себе увеличить и накинуть ему яд для прикола уже. И вот он готов, чувачок. Слушайте, неплохо, неплохо. Когда в бою нет способности, когда используют это кровотечение, то, в принципе, бои у нас становятся максимально интересными, я бы сказал. А то ваншотнуть одной способностью, это не всегда так весело, как может показаться. Так, а что он сам себя дамажит? Я вроде даже ничего толком не использовал. Вроде он как будто сам себя пинает чем-то очень жестко. Или мне показалось. Так, блин, еще и промазался от атакой. Ух, сейчас могу проиграть, по идее. Так, давай. Скорпион там есть. Это, конечно, скорпион использую уже, и все, вот он готов. Yes! Мы с вами снова победили. Ну и настал тот самый момент, когда будет снова открыт новый синтез. Давайте глянем. Спайдермен. А что открылось? Крылья, что ли? Стоп, у меня же были крылья, или это какие-то другие? Это более крутые крылья, что ли? А, ну да, это в сразу двойные такие, получается, крылышки. Стоп, а от кого у меня были прошлые крылья тогда? А, прошлые крылья были от акулы, а эти, получается, от Человека-паука этого. Окей, допустим, ладно. Я, правда, не посмотрел, что они дают. Вопрос, они какую-то способность не дают или нет? О, да, барьер появился. Оборона, то есть, повышенная у нас будет. Так, ну давайте заценим, если я, конечно, не отъеду раньше, а то у меня все способности на такой долгой перезарядке, что аж непонятно. Так, сколько мне сносит урона? Сейчас вот он по 91, и вроде фигачит все равно очень больно. Не выглядит, конечно, забавнее, я не спорю, что с этой способностью веселее как-то драться. Ну, не знаю, даже не знаю. Непонятно, насколько сильно уменьшает урон по мне вот эта тема, поэтому не уверен, что этой способностью я буду часто пользоваться. Возможно, когда появятся прям какие-нибудь сверхультимативные чуваки, тогда и будем пользоваться. Новый синтез подошел, и этот новый синтез от кого у нас? От оборотня? Вот этого мне не хватало. Так, уворот появляется. Ну, так, стоп, у меня есть вопрос. У меня... Какую способность давали эти... Ладно, пока что поменяем. А, это что-то новое, это...
скилл уклонения появляется. То есть у нас уже практически полностью готовое тело оборотня, по сути, но он у нас не совсем оборотень. Так, вот она, лапка появилась. Довольно долгая перезарядка, но хочется мне ее заценить. Сейчас узнаем. Так, давай, хопа, и давай бафайся уже. Вот, что это дает? Что это мне дало? Я не совсем понимаю. Так, ну давайте оглушим его. Еще какое-нибудь усиление использую. И там уже будет видно, получается, что он может. Ну ладно, в принципе, тут и так понятно, что уже ничего такого и не будет. Ну, в общем-то, подъехал новый синтез, давайте глянем с вами, это у нас от акулы, наконец-таки голова появилась и способность какая-то непонятная, ну, допустим, ладно, поставим ее себе, надеюсь, она не заберет мою имбовую способность, которая может просто выносить всех с одного удара, но пока что выглядит забавно, не знаю, напишите в комментариях, какая голова вам больше всего понравилась, какое... тело, комбинация и тому подобное вам наиболее зашло. Так, да, появилась новая способность, какой-то укус, что ли, или что это такое, башка акулы, короче говоря. Давайте подождем, посмотрим, если враг, конечно, не подохнет раньше времени. Так, надеюсь, это не баф, а именно атака. На 300 урона так-то залетает. Неплохо, неплохо. Так, ладно, можно чем-нибудь другим. Давайте рыбы вдолбим, и по идее он готов. Самое забавное, что удар рыбы почему-то взрывается. Это немного странно. И у нас подъехал новый синтез, давайте посмотрим. Так, с этой от Борова у нас идет. Тело от Борова подъехало, плюс 100 атаки дает, нифига себе. Слушайте, а можно уже практически полностью Борова собрать? Было бы забавно, но пока не буду. Может быть, под конец мы с вами дособерем чисто одного формата. Но сейчас мне способности нужны, которые терять не хочу. Мне не хочется их изменять, поэтому буду оставлять себе такие. Так, пока что у нас набор способностей очень даже не слабый такой. По размеру уже почти весь экран занимает, можно сказать. Так, ну давайте вынесем. Ого, сколько урона нанес простой атакой. Ну, можно уже... Ой, да ладно, вот поэтому эта способность нужна. Нужно быстрее выносить врага, у которого она есть. Когда ее нет у другого врага, то ты не используешь эту способность, иначе она какая-то слишком имбовая, и как-то неинтересно играть из-за этого становится. Так, лишь бы он сейчас на меня ее не применил. Ух ты, у него какой-то жнец был, прикольно. Смотрите-ка, он как-то игнорировал мою атаку. Офигеть, он умудрился сбросить... такой мощный прием? Жесть. Ну ладно, сейчас ты его вынесла. Ну сейчас даже бой был абсолютно честный, я бы сказал, без всяких особых приколов. Так, и опять же подъехал новый синтез у нас, и что это будет от Киллер Крока? О, снова новое тело, дает оборону. Не очень бы хотел его себе ставить на самом-то деле. Ну ладно, давайте посмотрим, что да как-то будет. Ну выглядит дико упорото, конечно. Не поспорить, думаю, никто здесь не поспорит, что это выглядит очень странно, но ладно, попробовать стоит, как говорится. Так, и у нас вроде что-то еще появилось, нет? По-моему... А, у меня теперь два щита есть, и вот здесь щит. А в чем разница, они по отдельности работают? Так, можно, в принципе, вынести его быстро. Нет, щиты вроде обычные, щиты как щиты. Просто сейчас враги идут, на которых я использую эту способность. Вот этого вроде как... Нифига он бабочка-то. У этого вроде как не должно быть способности, которая будет мне вот этот скилл забрасывать, я смогу с ним нормально, адекватно подраться. Так, ну допустим, я эту способность использую и... А, да, они по отдельности работают. Тогда, в принципе, можно сразу два эффекта на себя накинуть. Правда, я так смотрю, что в этом смысла не очень много, потому что меня просто разрывают за это время, пока я так развлекаюсь. Так, на, короче, так, еще, надо было кусай его, пока он не завалил нас, но он завалил, эх. Время нового синтеза. Так, и кто это в этот раз? Это у нас Спайдермен. Спайдермен, его ноги подъехали, да? Так, ну допустим, как-то... Что это будет? Ну, в принципе, даже, знаете, неплохо. Если так посмотреть, то... Он на кот пришельца становится похож, на самом деле, чем на этого... Чем на паука, как по мне. Не знаю, конечно, как вам, но выглядит прикольно. Я бы хотел себе полный комплект паука. Это, наверное, выглядело бы самым интересным. Мне интересно, от кого идут такие крылья здоровые. Там есть такие крылышки, которые мы уже с вами не раз видели, которые пернатые такие, не знаю, от кого они идут. От Борова, что ли? Это шипы, кстати. Первый раз вижу вообще шипы. Это, видимо, спина от паука идет. Ну, прикольно. Кстати, у этих ребят есть способность вот это, поэтому я ее использую быстрее, чем они ее используют. А то тут в лотерее. Кто успеет, кто не успеет, в итоге отъедем просто с вами так. Пока не появятся ребята, которых я не знаю... Которые не будут ее использовать, короче говоря, с теми мы и будем драться по-обычному. А с этими лучше будем как можно быстрее от них избавляться. И заодно быстрее откроем с вами новую какую-нибудь мутацию и посмотрим, как она будет дальше выглядеть на нашем чуваке. Тем временем мы уже на другой странице с вами. Арена пока вроде даже не поменялась у нас. Но меня, в принципе, не особо интересуют задники, которые как у нас меняются. Мне больше интересуют именно мутации. Вот видите, вот он успел долбануть быстрее, поэтому я сразу и отъехал. А поэтому я стараюсь и сейчас ее использовать. А так использую
все, кроме вот этой способности. А то как-то неинтересно становится драться иначе. По моему мнению. Так, оп, и еще немножко не хватило. Еще одного победить надо, и снова будет открыта новая деталька. Давайте-ка посмотрим. Ну, снова такой же чувак. Блин, спина прикольная. Че у меня какие-то крылья бабочки? Дайте мне нормальную какую-нибудь такую серьезную, серьезные крылья какие-нибудь. Чтоб меня мое существо больше радовало. А то сейчас реально какой-то у меня... Ну, что это вообще такое? Очень странная вещь. Особенно, что я рыбой дерусь. Это вообще что-то с чем-то... Какой-то прямо отдельный вид извращения, я бы сказал. Так, ладно, отобрать мне что-то новое появилось. Хвостик! Новый хвостик, 200 хп дает, забирает яд, но я ядом практически не пользуюсь, он мне не очень нравится, так что хп можно, в принципе, добавить. Но это еще более странно стало выглядеть. Можно я обратно верну хвост скорпиона, он был прикольный. Так, давайте попробуем собрать существо хотя бы, чтобы оно меня по внешнему виду более-менее устраивало, да? Так, у нас, в принципе, можно Борова собрать, окей, давайте на него потратимся, да соберем Борова и сделаем его... ну, хотя бы просто на внешний вид, чтобы он был более-менее прикольный, а то как-то получается очень странно, да? Так, вот так вот хотя бы, и в принципе, так, еще хочу себе вернуть этот трезубец, чтобы вообще было идеально все. Так, верни, а то с рыбой это такое себе, я хочу, чтобы выглядел он прикольно. Так, и вот такой вот у нас он получается. В принципе, неплохой такой мутант. Крылья ему поменять вообще было бы замечательно. Как вам кажется, прикольно, неприкольно ему получился? В общем, с вами был Кристалл. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Если захотите продолжение, поддержите лайком. Более 1000 набирается, будет вам продолжение. Всем удачи, всем пока. Скоро с вами снова увидимся.